Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі 14 липня, п'ятниця. І я вітаю нашого військового експерта, полковника Збройних сил України Романа Світана. Пане Роман, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Сьогодні поговоримо про атаку дронів на територію країни-агресорки. Звичайно, у нас є просування на сході, на південь від Бахмуту. Суттєві просування і нічого позитивного там для окупантів не світить. Ну і також є хороші влучання на півдні по скупченню в баз окупантів, як в Маріуполі, Токмаку та інших напрямках. Пане Роман, розпочнемо з того, що з 13 на 14 липня знову ж таки Україну атакували ці от іранські шахеди. 17 шахедов шло, 16 ми збили, і БПЛАшників. Ну, 7 розвідувальних, 7 так і є. Почти по 100% збиття, ну, навіть один шахед, який проходить, вот он нанес серйозне, можна сказати, пораження в Кривому Розі. Там есть пострадавший, потому даже вроде как атака уже, можно говорить, банальных шахедов, она может нанести большой вред. Потому очень важно, как только звуки тревоги, правила двух стен. Ну вот не забывайте, это очень хорошая вещь. От шахедов точно спасает. Ну, до речі, пане Романе, остання офіційна допомога від Німеччини вчорашня, там є оці от гепарди. Я правильно розумію, що саме гепардами нам найзручніше збивати ці от шахеди? Ну, да, это лучший, так сказать, охотник на шахедов, это лучший. Вопрос просто в том, что, ну, радиус его работы 4 км. То есть это объектовый, если его использовать, допустим, на неоккупированной территории в Украине, то его лучше использовать, конечно, на линии фронта для прикрытия войск, которые движутся. Радиус 4 километра, он сбивает БПЛА. Ну, естественно, все, что летит, до чего может дотянуться. А вот если как объектовый на прикрытии гражданских и военных объектов, он малоэффективен в этом смысле. 4 километра, но чуть дальше все, он уже не берет. Потому, а он же ж не погоняется за БПЛА, то есть это немножко не та машина. Это мобильные группы могут погоняться, а вот гепард, конечно, не погоняется, он объекты прикрывает. Пане Роман, як я і анонсував, поговоримо про територію країни-агресорки. Є повідомлення від тамтешньої місцевої влади. Почнемо з Воронежа. Тому що біля Воронежа є військовий аеродром Балтімор, от на карті в нас є, ось він. І тамтешня влада повідомляє, що безпілотники атакували цей військовий об'єкт. Що ви можете сказати про цей військовий об'єкт Балтімор і чи це не є задалека відстань від фронту? Якщо ми глянемо від Балтімора і до нашої території, це 180 кілометрів, 190. Це стандартна дальність для роботи армійської авіації. То есть 200-300 километров – это оптимальный вариант для работы армейской авиации. То есть подлетное время короткое и время нахождения в воздухе не превышает количество топлива, будем так говорить, то есть, которое расходуется на выполнение боевой задачи. Потому это один из 40 аэродромов, около 40 аэродромов вокруг Украины, если смотреть вот Белоруссии до Крыма, оккупированного россиянами. Около 40 аэродромов, вот таких, как Балтимор. И с этого аэродрома взлетают и ходят выполнять боевые задания, в основном Су-25, Су-24 российские, на Луганское направление. Луганское, Донецкое направление, вот это вот с этого аэродрома постоянно идут вылеты, взлеты и работа россиян. Потому это легитимные военные объекты. Как только у нас появляется какая-то возможность, конечно, будем его уничтожать. Причем уничтожать аэродром, ну, не получится беспилотниками. Полосу вскрыть можно только бомбардировщиками, причем непосредственным ударом по полосе бетонобойных бомб. А вот повреждать самолеты беспилотники отлично могут. Маленький беспилотник может повредить самолет, и он просто уже может не подлежать восстановлению, потому
рой беспилотников, который может быть отправлен на один из таких аэродромов, он может вывести из строя практически все летательные аппараты, которые там находятся, особенно если есть прямое управление беспилотником, чтобы оператор видел, куда он направляет беспилотник. Вот это, скорее всего, вот эта атака, которая была, это вот выполняла вот такую задачу. Окрім Воронежа, є повідомлення, от є Курск, від Воронежа до Курска 235 кілометрів. Є повідомлення, що від місцевої влади в районі населеного пункту Курчатов. Курчатов – це є Курська атомна електростанція. Також прилітали якісь незрозумілі об'єкти. В нас є відео, що там відбулися вибух. Ось ми бачимо вибух. І місцева влада Курська каже, що це, знову ж таки, атака Збройних сил України на атомну електростанцію. Курская область – это одно, это Курчатов. А Курчатов в нескольких километрах от Курской атомной станции. Действительно, это серьезная атомная станция. На ней в свое время была информация, ГУР ее давал, им можно верить, Буданов в этом смысле не подводит. Там были расположены, прямо на Курской атомной станции было расположено обслуживание ракет разного типа ЕС-300, ЕС-400, и там же была информация о том, что туда заходили на Курскую атомную фуры, как только появились шахеды, вот как только была информация о том, что появились шахеды, на Курскую атомную заходили иранские фуры, а потом с Курской области к нам летели эти шахеды. То есть была информация, скорее всего, это как раз была информация о том, что шахеды там как минимум разгружались. Но то, что именно над Курской атомной, вернее, рядом с Курской атомной были сбиты беспилотники, это, скорее всего, провокация россиян. Мы с вами об этом говорили несколько дней назад, после того, как они там сняли ракету, которая возле Смоленской атомной куда-то прилетела, подняли шумиху, вроде как атака по атомной станции. Вот это та же самая картина. По крайней мере, по той информации, которую дают сами россияне, беспилотник был нетипичный для беспилотника. То есть двигатель – это турбина, тайваньская, по-моему, турбина, где-то 2-килограммовая, такой маленький турбореактивный двигатель типа самолетного. Вот таких беспилотников у нас нет. Потому это может быть вот в режиме провокации россияне могли эту тему поднять. То есть в ближайшее время может провокация быть какая-то серьезная, сами по себе, то есть по Курской, по Смоленской, они уже подогревают. Вот такого рода информация, одна, две, три публикации, они подогревают информационное поле для того, чтобы потом, когда будет уже реальная провокация, подорвут, допустим, охладитель у себя и свалят это все на украинскую армию. Вот для этого как раз такі провокації інформаційне поле і забрасують. От, пане Романе, зараз поговоримо про передачу нам касетних боєприпасів. Я згадую ваші слова, що як тільки Сполучені Штати Америки вирішать нам передати Атакамс, через 3 дні вони будуть в нас. Така сама ситуація вийшла, як ви казали, з касетними боєснарядами. Тому що Тарнавський, наш офіцер, так, цього напрямку, каже, що касетні боєприпаси вже є на фронті. Пентагон підтвердив, що вони передали касетні боєприпаси. А от зараз в оперативному часі я дивлюся в пабліки окупантів. Вони кажуть, що вже касетні боєснаряди, і в нас є відео, як працюють ці от касетні боєснаряди, вже використовують на фронті. Мене цікавить інше. Окрім цього, що нам передадуть касетні боєснаряди, є дуже така дика реакція росіян на те, що нам Франція, нагадаю, на саміті НАТО пообіцяла передати ракети «Скелп». Це ті самі, що «Storm Shadow» в Британії, тільки французького зразка. Мені лише не зрозуміло, якої дальності ці ракети будуть. Там є 200, 300, 560, ніхто не повідомляє. І чому саме так росіяни відреагували на ці от ракети? Росіяни на передачу ракет Франції конкретно предупредили Францію, що вони відповідають, у нього будуть дуже великі проблеми. Скорее всего, намекали на сегодняшний день. Сегодня день взятия Бастилии. Во Франции праздник. Сегодня будут большие шествия в Париже. Ну и вообще во Франции. То есть это такой серьезный действительно праздник. Выведены практически все силы правопорядка на улице. А так как у россиян есть механизм создания беспорядков, то, скорее всего, вот они и намекали. Не намекали конкретно.
предупредили французов, что у них будут неприятности. Сегодня, скорее всего, ни одна машина сгорит, по крайней мере, вот, из-за таких вот предупреждений. Но, тем не менее, Макрон пошел на передачу скалпов ЕДЖИ. Скорее всего, скалпы у нас будут такие же, как и Storm Shadow. Это так называемый экспортный вариант 250-300 километров. 560 километров дальность скалпов – это для внутреннего потребления. Они их не продают никому, то есть они их себе оставляют для пользования. А на экспорт идут дальность 250-300 километров. Скорее всего, нам их и передадут. Нет смысла нам передавать 560 километров, потому что по Крыму мы все равно не бьем Storm Shadow. Посмотрим, правда, скалпами, но скалп с дальностью 300 километров достанет любую точку оккупированной Украины, любую, потому нет целесообразности передачи, потому, скорее всего, будут переданы эти 300-километровые. Сейчас згадаю про Пентагон, тому що вони сказали наступне, що Абрамси, які вони мають нам передати, 31 одиницю, можуть змінити хід бойових дій на фронті. У мене питання, наскільки вони можуть змінити? І, пане Роман, що леопарди, що абрамси були нам задекларовані для передачі в один період? Леопарди вже встигають працювати, йти на ремонт, знову повертатися. Абрамсів, як нема, так і не було. Ну, вони одразу сказали, ждіть їх на осінь. Тобто, по поводу абрамсів. Це ми собі надумали, ну, по крайній мірі, надіялись на те, що вони зайдуть літом. Ні. Они придут, скорее всего, осенью. 31 машина – это батальон. Батальон, ну, я бы не сказал, что он что-то может изменить серьезное. Что-то серьезное как-то может изменить. Вот если бы вместе с Абрамсами на осень пришли бы еще хотя бы эскадрилья F-16, хотя эскадрильи мало, надо как минимум бригаду, потому что там у каждой эскадрильи своя задача. У кого-то РЭП, радиоэлектронная борьба, уничтожение ПВО, у кого-то бомбардировочная функция штурмовая, у одной эскадрильи истребительное прикрытие в режиме перехвата. То есть, если с Абрамсами придет 40 самолетов F-16, вот тогда они покажут на одном направлении, Абрамсы тогда покажут себя, по крайней мере, с хорошей стороны. Но дело в том, что если будет авиация, так и Т-72 себя покажет так же примерно. То есть здесь вопрос, что имеет в виду Пентагон по поводу передачи. Однозначно спасибо. Просто количество маловато. А то, что они затягивают с передачи, ну, скорее всего, это связано с некими проблемами с их обслуживанием. Потому что сначала надо запустить систему обслуживания, а потом только уже принимать абрамсы. Потому что завод по обслуживанию абрамсов в Польше достраивает. Потому пока не полностью не запустится этот завод по обслуживанию абрамсов, эта станция, то абрамсы просто не... Ну, они на один выход могут быть, а дальше же придется обслуживать, а здесь уже надо специализированные некоторые вещи. Пане Романе, якщо ми говоримо по лінії бойового зіткнення, є новини у нас, звісно, з Бахмутського напрямку. Ми далі продовжуємо просуватися на південь від Бахмуту. Це от глянемо на карту, Кліщівка, звісно. Ось ми бачимо, ми підтискаємо повністю. Які варіанти тут в росіян, як ви вважаєте, і як далі розвиватимуться події на цьому плацдармі? Росіяни будуть контратакувати. Однозначно, потому что они прекрасно понимают, как полностью мы зачистим этот плацдарм. Ну, Клещеевка сама по себе, она уже южнее той господствующей высоты, которую мы взяли для контроля Бахмута. Но она же, эта же высота контролирует и Клещеевку. Клещеевка в такой улаговине находится, ну, в низине между двумя грядами, то есть, а мы сейчас пошли Клещеевку также окружать по другой высоте, которая южнее Клещеевки, в сторону Курдюмовки. То есть вот это движение по высотам, а дальше зачистка с высот низин, в которых в основном находятся населенные пункты. Это вот оптимальный вариант, который выбрали наши генералы очень грамотно, очень правильно. Тихой сапой, с одной стороны, там по 100-200-500 метров в день по высотам, заняли высоты, а потом начинаем расстреливать, как в тире расстреливать в низинах российские войска. Вот то, что сейчас происходит вот на юге Бахмута. Это же самое и на севере, в районе Берховки.
и в Курдюмовке в сторону Горловки. То есть идем по высотам. Горловка сама по себе тоже на высоте находится. Она уже высота под 300 метров. То есть там превышение над уровнем моря в районе 300. То есть старые горы, и здесь оптимальний вариант именно по высотам идти. Так мы и делаем. Пане Романе, я хотів би запитатися, от на цьому Донбаському східному напрямку, яка наступна надключова висота? Це є Горлівка, це є Донецьк, це є Макіївка, це є Попасна. Яку ми би визначили наступну ціль, яка нам відкриває значно більше оперативного маневру для подальших дій? От в районі Бахмута висота – це Горлівка. Це от висоти, горловські висоти. З них потім можна спускатися і на в сторону той же Попасный, на Лисичанск, ну там уже такой веер движений может быть именно с Горловки. А вторая так, такого же уровня – это Донецк. Причем в Донецке основная – это район ДАПа, Донецкий аэропорт – это вот Авдеевка. Почему же россияне нас оттуда пытают? Авдеевка и северо-запад Донецка. Uh-huh. Это вот она одна примерно такая площадь, высота. Вот от Авдеевки, если двинуться в сторону ДАПа, выход на ДАП чуть южнее, и там уже можно контролировать весь Донецк с севера-запада, с севера. А еще одна высота – это Трудовские высоты, так называемые, шахта Трудовская, Трудовский район. Это район Марьинки, район Марьинки-Красногоровки. Вот почему, опять же, россияне пытаются нас оттуда выдавить, потому что до этих высот несколько километров. Вот просто несколько километров, 5-7 километров, это так, это максимум, это даже Петровку можно уже отрезать, целый район Донецка, это возможно. Потому Донецк следующий после Горловки, то есть направление Бахмут-Горловка, следующий это Донецк по важности. Пане Романе, рухаємось далі по фронту. У нас є повідомлення, і ми не раз згадували про Бердянськ, що там було влучання, і вже є фотографія, що справді рознесли ми будівлю, де знаходилася концентрація сил противника. Також є повідомлення, що Андрющенко, це радник мера Маріуполя, каже, що в Маріуполі накрили базу кадирівців, і мінус 200 людей Токмак. Біля Токмака ми теж активно працюємо, з вами говоримо регулярно, це Оріхівський напрямок. І от є в нас теж невеличкі зміни, ми просуваємося в бік Роботини. Ось. Ну, тут кропітка робота, я думаю, зупинятися ми тут не будемо. Антонівський міст, така сама ситуація біля Херсону. Ми далі просуваємось і тримаємо на вогневому контролі от населений пункт Олешки. А тут би хотів зупинитися, до речі, про Олешки. Наскільки це серйозний населений пункт для того, аби його звідтам вибити окупантів і далі рухатись куди? Олешки – це основний плацдарм. Основной плод, да, именно Олешки, не Антоновский мост, mm-hmm. который спускается на Антоновский остров. Остров сам по себе, он такой промежуточный, потому что нам придется еще реку пересекать, и там еще один мост. А вот Олешки, вот это уже серьезный плацдарм, и выход на Олешки, и контроль Олешек, это, можно сказать, уже полная готовность к форсированию Днепра в районе Херсона-Олешек, и дальше развитие наступления в сторону Азовского побережья. Причем вот почему из Олешек, как только мы появимся, имеется в виду не разведка, разведка наша на левом берегу уже там несколько месяцев работает, а как только мы появимся на левом берегу с тяжелой техникой, россияне уйдут с треугольника Олешки-Армянск. Им придется, они будут понимать, мы начнем двигаться в сторону Армянска, они уйдут с Кимбургской косы. Вот если чуть больше сделаете, вот на направление на Армянск, uh-huh. вот с этого треугольника юго-западного, да, ну треугольник, не треугольник, имеется в виду, вот, да, вот из этого кармана они будут убегать, потому что это для них оперативное окружение сразу же, как только мы переходим на левый берег и начнем доставать хаймерсами до Армянска, они тут же будут из этого кармана уходить или погибнут. Но они не воюют, они россияне в окружении не могут воевать. Они или сдаются, или убегают. Потому это ж не азовцы. А вот это движение оптимальное, и вот мы его все ждем. Это можно было сделать в прошлом году, и почему тогда были прогнозы, до Нового года можно было уже в Крым зайти. Если бы тогда на
плечах россиян мы перешли на левый берег, когда они отступали с правого берега, то у нас было бы, был вариант вот такой же самый. То есть вот этот вариант сейчас будем повторять. Все зависит, конечно, когда это будет зависеть от замысла главкома. Но вот пока завязано это все на движение по запорожскому направлению. Так как это дело лучше параллельно, сразу, не поочередно, допустим, двигаться на прорыв Запорожского фронта и на форсирование Днепра, а одномоментно, ну, нужно двумя ударами это выполнять для того, чтобы россиянам не хватило резервов для закрытия этих направлений. То есть они какое-то из направлений могут перекрыть, зато второе пойдет. А уже в зависимости от того, какое из направлений для россиян будет важно, мы уже посмотрим, в зависимости от их действий будет принято решение на основное направление движения. На Орехов может быть, с Орехова на Токмак может быть, хотя пока еще непродуктивно, потому что там несколько, до 7 как минимум линий обороны, а мы только на первую зашли. Я думаю, все-таки более вероятно это движение со стороны Новоселовского выступа, по крайней мере, от фронта с Гуляйполя до Угледара и движение на Азовское побережье между Бердянском и Мариуполем. Это вот по этому многоугольнику, в зависимости от замысла, сейчас на данный момент оптимальное направление. Вот это и район Олешинск. От, до речі, про резерви, які кажете, про які ви кажете, є вже повідомлення, що от в районі в Криму тимчасово окуповану, в районі Євпаторії і Саки росіяни активно збирають резерви. Я правильно розумію, пане Роман, вони їх будуть підкидати до Армянська і в побоюванні того, що ми будемо підходити до сухопутного коридору на півострів? Росіяни прогнозують як мінімум 3 вида нашего движения в Крым. И против этих трех способов захода они готовятся. Первый способ – сухопутный через Армянск. Второй – авиацией, вертолетами переброска десанта. И третий – морской путь захода с помощью катеров, которые у нас есть, с помощью, с моря заход. Потому они готовят северо-западное побережье Крыма и вообще западное побережье Крыма, ну и, конечно, переходы, район Перекопа, Чангара и Арабатской стрелки. Но пока для них приоритетно это как раз Перекоп и западное побережье Крыма. Вот они сейчас закапываются, прокапываются, то есть ждут и нашего морского десанта в том числе. Правильно ждут, соображают. Пане Романе, острів Зміїний, на якому Володимир Зеленський на 500-й день повномасштабного вторгнення записав звернення до українців, росіяни почали обстрілювати і кинули фугасну бомбу. Скажіть, будь ласка, для чого, чому це вони роблять і що може бути на Зміїному, що вони його атакують? На Зміїному нет нічого, щоб можна було атакувати, а удар по Зміїному – это такой посил или показуха, как они будут бить по кораблям зерновым, зерновой сделки так называется. То есть это такое предупреждение. Предупреждение, причем оно могло быть вызвано просьбой того же Гутерреша, который сейчас рьяно проталкивает тему подключения Россельхозбанка российского к СВИФТу и проталкивает тему прокачки аммиака. То есть вот эти две проблемы для Путина, которые он хочет сейчас просунуть, подключиться к деньгам через Россельхозбанк, а это банк сына Патрушева, то есть ФСБ. Ну, ФСБ, это ФЭПСИ, им деньги нужны для операционных работ определенных. И, естественно, аммиак Путин, он четко поставил такие два условия. Вот Гутерреш это все проталкивает, а ему надо какой-то аргумент для того, чтобы как-то не выглядеть барыгой, простой барыгой, который, коим он и есть. Это не он, это барыжная организация. И вот чтобы не выглядеть уж сильно барыгой, то ему надо было вот какая-то демонстрация какой-то угрозы. Вот Путин показал ударом по пустому острову о том, что он может также ударить и по зерновой сделке, по зерновому коридору.
подходить надо. Сейчас есть хорошая возможность, отличная возможность закрыть вообще эту зерновую сделку. Вот закрыть ее. Не подпускать Путина, никаких контактов с Путиным не проводить, а сначала начать продавать зерно тем, ну, не только зерно, у нас не только зерно. Зерно – это там, не совсем большая часть того, что мы можем продавать. Мы больше половины экспорта у нас не зерновое. У нас металл, это у нас руда. Много чего есть. Уголь, тот же коксовый орех, это из кокса определенная градация, там, по-моему, до 25 миллиметров. То есть вот это продавать мы можем, и нам важно именно без России, чтобы она не получала, не могла проталкивать вот эти темы по поводу прокачки аммиака, получения себе денег и не входить в SWIFT для получения уже денег на Россельхозбанк. То есть уходить с зерновой сделки, переходить на прямые контракты и приглашать всех, кто хочет что-то забрать. То есть заключать договора, пусть заходят в порты, грузятся и покупают нашу продукцию. В таком только режиме. Есть сейчас очень хороший механизм, придумало правительство. Страховые суммы, довольно-таки серьезные страховые суммы на случай потери корабля и продукции. И этого хватит для того, чтобы, в принципе, хозяева кораблей и под контракты могли уже выполнять без России, выполнять отгрузку товара. Причем прикрывать можно береговыми батареями. Надо вот то, что надо сделать реально. Это сейчас быстро провести запросы наших партнеров, чтобы поставили нам береговые батареи с дальностью где-то 200-300 километров. Они есть у НАТО. Здесь для этого кораблей не надо ничего. Вдоль берега проставили береговые батареи и вот в 300 километров никого не подпускать. Сшибать любые самолеты, которые будут подходить, и уничтожать любые корабли российские. Прикрывать вот так, прикрывать караваны. Вот это оптимальный вариант, как надо выходить из этой зерновой сделки. Ну а тех людей, которые в нее ввели, это уже задача контрразведки Малюка, она сейчас очень хорошо работает, разобраться с этими друзьями, которые для Путина, в конце концов, создали очень хорошее такое положение по получению, по продаже, во-первых, своего зерна и по получению денег. Пане Романе, у нас есть видео... Вагнерівці, які виїздять з Луганської області без важкої техніки, звичайно, але рухаються в бік Росії в напрямку Москви. І правильно я розумію, що це от уже остаточно кінець вагнерівцям в цій війні в Україні? Ми з вами об этом говорили, що після того, як Пригожин, навіть не після того, як він пішов на Москву, після того, як він почав генералів розстрілювати портрети, это он поставил на себе крест. Армейские генералы, они его выдавят. А потом он еще и на Москву пошел. Вот то, что мы с вами говорили, вот это и произошло. Вагнера в Украине больше не будет. И вообще рядом с российской армией. Генералы этого не прощают. Таких. Причем неважно какие. Тут весь вопрос это в статусе. Статус. Это не звание, генерал – это статус. И вот, а генералитет, весь генералитет – это такая белая кость. И их трогать нельзя в любой армии, весь смысл этих лампасов в этом. Потому Пригожин, так как не совсем умный израильтянин, у них проблемы иногда бывают, он полез туда, в чем он вообще не разбирается, тем более вот в эту статусность. Потому его и оттуда выбросили, и его ОПГ. Хотя часть ОПГ – все-таки заключили, вернулись в российскую армию и даже вернулись на свои бывшие места службы. То есть не все выехали, часть осталась. Я бы так сказал, наверное, даже половина осталась, а половина выехала. Пане Романе, Associated Press передає, що Росія активно створює мережу в'язниць для українців в себе на території, де проводить психологічні тиски, тортури і планує ще десяток таких в'язниць створити в себе на території.
Это стандартный подход россиян на оккупированной территории. Вот в 2014 году они сразу начали с такого рода тюрем. Тюрьмы, вот я в изоляции, я в плену был в изоляции, но это такая тюрьма пыточная в основном. А потом в движении уже на обмен я еще побывал в одной тюрьме на восток это Ходаковского, Донецкий. Побывал в одной тюрьме, так вот, ну я-то не ходячий был, лежал так в сторонке сутками, а нам ко мне в мою конуру заводили на ночь где-то 10-15 человек каждый день, людей, которых просто нахватали на улице, и они рыли окопы. С утра выходили, целый день рыли окопы, на вечер их загоняли ко мне в конуру, и они там спали. Вот, и люди просто, которые как-то где-то попались на улице того же Донецка. А дальше, а ночью еще с ними такие проводили допросы, то есть там фильтрация была. Каждого человека за какую-то ночь, каждого человека допрашивали чуть ли не всю ночь. Там вой стоял, ночью спать нельзя было. Ну, кто там спал, конечно. Вой стоял, то есть, и вот такого рода пыточные тюрьмы россияне разбрасывают на всей территории оккупированной. А тем более, когда у них, допустим, есть какой-то вопрос, связанный с ударами по тыловым объектам, а мы это сейчас очень хорошо работаем, выполняем эти задачи. И они пытаются все мужское население пропустить через эти тюрьмы. Во-первых, какое-то время они работают на рыте окопов, ну и с ними проводятся вот такие фильтрационные мероприятия. Вот так российская военщина, российская армия оккупирует территории. Почему это оккупационная армия? Вот она также в таком же виде, также она будет оккупировать Европу, также будет это все и в Австрии, и в Германии, и во Франции, если они нам не дадут оружие, чтобы ее здесь разбить. Пане Роман, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні на календарі 14 липня, п'ятниця. Будь ласка, не забувайте, звісно, підписуватись, коментувати і ставити лайки, аби це відео поширювалось і нас дивилися більше і більше людей. Нас і так дивляться сотні тисяч постійних глядачів. Повинно бути більше. Потрібно знати, що відбувається на твоїй землі. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.